Так, ну все. Так, берем, подключаем. Значит, с обратной стороны, сразу скажу, минус, они сделали вход с нижней части вот этим винтики, а выход с верхней. То есть непривычно. Обычно всегда слева или справа вход-выход. Тут вот так они разделили, как-то неудобно. Так, я себе уже приготовил контактные группы вот такие. Это Т-разъемы от РК. Они очень удобны в том плане, что исключают возможность переполюсовки. Так. Ну давайте поставим по-быстренькому. Значит, подключил я вот таким образом. Вход, значит, снизу, слева, значит, у нас минус, справа плюс. Ну и также вот по проводам видно, как все подключил. Теперь с этой стороны у нас есть разъем. Сейчас распакуем, чтобы подключить температурный датчик. Это тоже очень полезное дополнение к этому мультитестеру. Насчет датчика. Так. Все, выносной такой датчик. Размер у него где-то метр. У этого датчика. Да, кстати, о размерах забыл сказать. Кому-то пригодится, значит, установочные размеры. Сейчас недолго. 25 миллиметров. И ширина 45 миллиметров. Электронный штангенциркуль не врет. Так, здесь вот такой у нас прилагается, еще вот такой шнурок запитывать экран. Сейчас, значит, у меня на лабораторнике стоит 13,6 вольта. Включаем. Так, ну вот видим, заработал, включилось. Сейчас, значит, на лабораторнике 5 вольт. Ну вот, подымем. И давайте. Плюсов много, но и минусов хватает. Минус — это маленький экран. Маленький экран, и разглядывает только вот так вот. Вот смотрите. Напряжение до 150 вольт, ток до 20 ампер, мощность до 10 кВт, емкость 1000 ампер часов, энергия до 1000 кВт час, внутреннее сопротивление до 1000 Ом, таймер от 0 до 24 часа, температура до 100 градусов. Итак, первая часть видео закончилась, во второй части я покажу, значит, прошивку, пролистаем вот это все, по менюшкам пробежимся, покажу все настройки. Как правильно, что за что отвечает. В общем, лучше поставьте сразу сейчас лайк, потом забудете. Так, включили прибор. Идем по меню. BL on. Значит, это можно выставить. Таймер отключения дисплея, яркости, подсветки. И видим показания с ON переключилось на секунды. Зажимаем кнопку и держим. В итоге я перестарался и сделал до нуля, и экран отключился. Ну вот теперь первый секрет. У вас тоже может это произойти, и все, не реагирует. Типа сгорел. Что мы делаем, значит? Мы выключаем питание, зажимаем кнопку и сбрасываем на заводские настройки прибор. Удерживаем кнопку, не отпускаем, и включаем прибор. Так, видим, ресет произошел.
опять BL ON. Ну давайте я теперь постараюсь не пропустить. Так, ну вот выставил 14 секунд. Отсчет делаем 14 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Видим, 14 секунд, экран погас. Нажимаем кнопку. Все, опять экран появился. Ну, такая фишка. Давайте дальше. BL 14 секунд так и оставляю. Идем дальше. Значит, ограничение по напряжению. О, 13,9. Ну, давайте даже до 13. И настраиваем амперы. Дошло до максимума. Нажимаем еще второй раз. Удерживаем. Тут надо, ребят, наловчиться. В общем, когда попали в меню, надо два раза щелкнуть. Поставили 0,8 ампер, 800 миллиампер. И после того, как настроили, давайте еще раз просмотрим. Так, это общий экран. Здесь 8 показаний прибора. Дальше у нас стоит 14 секунд. Отключение дисплея, таймер. Дальше у нас максимальное напряжение, при котором будет выключение. Минимальное напряжение. 800 миллиампер. Верхний предел тока. Давайте проверим функцию отключения, значит, прибора. Снижаем. Величину напряжения. И видим. Сработало предупреждение. Меньше 4,90. Все. Прибор отключился. Проверяем верхний потолок. Поднимаем, значит, напряжение. 12 вольт. И видим, 13,2 сработала защита. Опускаем до 13 вольт. Все, прибор опять включился в работе. Довольно-таки умный прибор. Так, следующее. Я вот подключил, значит, нагрузку в виде автомобильной лампочки. Сейчас мы проверим ограничение по току. Значит, будет с лабораторного блока я поднимать там напряжение и ток. У меня регулируемый CVCC, так говорится, лабораторный блок. Кому интересно, можете на канале посмотреть, как я его сделал с китайских модулей. Довольно-таки элементарно. Так, 14,6,0,0. Так. Выставляем. Вот мелко, и поэтому 4,2, вот 3,3, вот 4,7 выставили. Давайте 4,7 выставили. Нам достаточно будет для проверки. Так, видим. Включаю, значит, лампу. Итак, видим показания. 4,3. Давайте начинаю поднимать параметры тока. И срабатывать защита. Ну вот, кажется, и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на новые выпуски. Это был Майер. Всем пока.